Всем привет, друзья! У всех на дачах уже посозревала черешенка. Собираем ее, самое время замораживать. Черешенку тщательно промываем. Сливаем воду. На доску выкладываем сухое чистое полотенце, раскладываем черешенку. При помощи полотенца промакиваем большие капли воды с черешни, как бы прокатывая черешенку на досточке, стараясь не раздавить ни одну ягодку. Откладываем в сторону, даем испариться оставшейся влаге. Тем временем займемся вторым способом заготовки черешни. При помощи булавки удаляем у черешенок косточки. Просовываем булавку в отверстие и как бы прокручиваем ее вокруг косточки. Вынимаем косточку. Затем добавляем сахар по вкусу. Я на полкилограмма черешенок беру 2 столовые ложки. Перемешиваем. Раскладываем черешенку по сухим чистым тавочкам. Такую черешню я использую в качестве самостоятельного десерта. Можно добавлять в пироги и пирожки, в ваши любимые напитки. Накрываем крышкой и отправляем в морозильную камеру. Возвращаемся к первому способу заморозки черешни. Черешня просохла. Перекладываем ее в пакет. Упаковываем, связываем и отправляем в морозилку. Такую черешню я использую для приготовления компотов. Друзья, пишите в комментариях, а вы уже заготовили черешню на зиму? И какой ваш любимый способ? Смотрите также вот эти мои видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Мне будет очень-очень приятно увидеть ваш отклик. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.